Сейчас во многих странах при поддержке Samsung проходят отборочные турниры всемирных компьютерных игр. В следующей программе смотрите отчет о российском турнире. Вы узнаете, кто стал сильнейшим геймером России и кому достались призы от Samsung. Следующая игра, о которой я вам расскажу, это Tomb Raider Legend. Классический трехмерный боевик от третьего лица. Большую часть времени игроку предстоит заниматься акробатикой, повинуясь строгой линии сюжета, регулярно отвлекаясь на стрельбу и решение логических загадок. Чтобы не наделать новых ошибок и не угробить сериал окончательно, новые родители решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Вместо сомнительных реформ и экспериментов – возврат к истокам, к изначальному варианту Tomb Raider. Точнее, даже к изначальной атмосфере, потому что сам геймплей как раз требовал большой переработки. Руководил разработкой Тоби Гард, отец Лары, который покинул Core Design сразу после выхода первой части Тамбовского рейдера. В легенде все практически как в первоисточнике. Снова молодая Лара, снова дикие джунгли, гробницы, водопады, короткие шортики, два револьвера и акробатические прыжки через пропасти. Из нового, что появилось в Ларискином арсенале, можно отметить разве что магнитный крюк, при помощи которого можно ловко цепляться за металлические платформы и раскачиваться над оврагами. Теперь о графике. Что тут говорить, вы и сами все видите. Никогда еще Лара Ивановна не выглядела так сногсшибательно. Готовьтесь к очередному апгрейду. Чтобы Ларе было просторно на вашем компьютере, позаботьтесь о том, чтобы внутри него билось 3-гигагерцовое сердце. 512 мегабайт оперативной памяти уже мало, а гигабайт в самый раз. Видеосистема — это отдельная песня. В принципе, достаточно и 4-го GeForce, но вы не увидите того, что могут лицезреть счастливые обладатели карточек с поддержкой шейдеров третьей версии. Графический режим Next Generation доступен только самым-самым. Например, GeForce 7800 или Radeon X1800. Наверное, именно для всей этой графики и требуется 8 гигабайт жесткого диска. Пристрастие Лары к таинственным артефактам и пыльным гробницам никуда не делось. Что же наша красавица ищет на этот раз? Как всегда, некий артефакт, а точнее меч, который был разбит на много частей и разбросан по всему миру. Знакомая история? Самое время собираться в путешествие. Впереди нас ждут захватывающие приключения в Европе, Азии и бог знает где еще. Бездонного рюкзачка, в котором помещались десятки аптечек и арсенал целого армейского подразделения, больше не будет. С собой Лара отныне может носить только два вида оружия, старые добрые пистолеты и что-нибудь крупнокалиберное. Также у нашей героини появились гранаты, скалолазный крюк, бинокль с режимами инфракрасного и ночного видения, фонарик и наушники с микрофоном. Помните, в начале программы я рассказывал вам про персидского принца? Теперь мысленно меняем местами наших героев. И что мы видим? Никакой разницы. Игровой процесс практически полностью идентичен. Вместо мечей — пистолеты, колесницы мутировали в мотоциклы, а бесконечные прыжки так и остались бесконечными прыжками. Но все же Лара, на мой взгляд, куда симпатичнее. Tomb Raider Legend — это такое переосмысление классики, возвращение к истокам, к той Ларе, которую мы знали задолго до Angel of Darkness. Играть интересно, архитектура уровней стала продуманнее. Но все эти прыжки и гробницы замучили до смерти, а головоломки и акробатика вчистую проигрывают Prince of Persia The Sands of Time 3-летней давности. Но это все-таки Лара, и в такой хорошей форме мы не видели ее уже очень давно. Вернуться к ней после стольких лет разлуки приятно. А если у вас возникли какие-то проблемы с прохождением, смотрите дальше. Помогу, чем смогу. Еще один интересный вопрос задает игрок под ником Петруччо. У него возникли трудности с боссом в гробнице Артура. «Как убить эту тварь?» – спрашивает он. «Дайте руководство». «Да на здоровье! Берите!» Слева и справа от твари есть по два колокола. Если выстрелить по одному из колоколов, он начнет сильно звонить. Тварь отвлечется от тебя на секунд 10 и будет интересоваться только колоколом. Рядом с ним есть рычаг. Жмешь букву «Г» – убрать оружие и цепляешь рычаг магнитным крюком. Тянешь на себя. На рыбу упадет что-то наподобие ловушки, отобрав у нее четверть здоровья. Потом надо повторить операцию 3 раза с другими колоколами. Подобных загадок в игре пруд-пруди, поэтому мы еще не раз вернемся к нашей старушке Крофт. Обещаю, разлука будет недолгой.